А вы, дорогие зрители, с вами Вилнерд и Хитов. Шалом. Сегодня мы играем в Outlast, это четвертая серия. Как я обещал, это двойной марафон по Outlast. Возможно, вы помните Хитова и меня по марафону в Bioshock первом. Хотел сказать Infinite. Это Bioshock, это был марафон? Ну, допустим. У нас по Resident Evil. О, смотри, такой. Смотри, это тот толстячок. Смотри, он голову ему оторвал. Классно, да? Ясно. Да, какая прелесть. Полная безопасность. Ему будет делаться от Криса Уокера, уродливого верзилы, что любит отравить людям головы. А это там не отображается? Можно почитать? В смысле? Или ты хочешь? Ну, когда снимаешь камеру, тут появляется в уголку, если он что-то записал. Окей. Что, если проблема не в нем? Друг это еще хороший человек. Да. Да. Странные мысли у главного героя. Судьба, мало ли складывается судьба. Хорошими людьми говно случается. Так. Знаешь, у меня ощущение, что сейчас мы побежим обратно, и там будет какая-то штука нехорошая. Всегда так бывает. Всякие нехорошие штуки случаются. Блин, еще на джойстике поворот камеры медленный. На мышке гораздо быстрее это делать. Ну, поставь скорость. Темнота! А почему всегда темнота? Серьезно, ребята! А что еще делает Пороро? Темноту. Выбирать через душу. О! Батарейка. Батарейка. У нас три батарейки и еще одна полная. Но если сзади никто не будет подбираться. А Вейк нам завидовать будет. Оу. Темнота, в которой даже ничего не видно. Ага. Может пойдем так, на улицу? Так, так, так. Вовремя, вовремя. Видел? Видел? Там в коридоре стоял чувак кто-то. Нет, я ничего не видел. О! Нет, это тряпка. Не, видишь, что он говорит? Да, я вовремя это сделал, чувак. Вовремя это сделал. Там кто-то стоял. Мне не придется обосраться. Правда. Строим его пузо, погоди, ну. Смотри, это тот чувак, который голышом стоял. Еще один? Не, один. Они все голышом, я насколько понял. Нет. Да, да, вон стоит тот чувак так. Пойдем, пойдем, пойдем отсюда побыстрее. Сейчас еще один чувак. Ты что, хаваешь что-то? Да. А? Я должен как-то успокаивать себя. Такой стресс, такой. Так, набрасываться не надо. Так, так, закроем, закроем дверь. Ибо нефиг. Какая-то тень. Знаете, ребят, как-то игра стала страшнее. Вместе со мной? Нет. Просто страшно. Что, она до этого была не страшной? Так, нам. Нам что-то давить нужно. Давай лучше в Dead Space поиграем хотя бы. Dead Space? Знаешь, не Dead Space не надо, там трупы накидываются. Тут они хотя бы более-менее смертные. Они отовсюду, не знаю. Камеру можно убрать уже. Зато... Большая красная кнопка. Большая, как говорят в постере третьем, который стоит, но там была... Большая красная клевая кнопка. Ее надо было нажать обязательно. Да, не нажимай большую красную. Так, тут нет батареек, случайно. Туда вытянет. Опаньки. Не, закроем. Следы. Закроем, закроем, закроем. Я не хочу туда, нет. Тогда нажимай красную кнопку. Вдруг. Вентиляция. Надо все приметь, где что, а то, знаешь, кто-то не любит какую-то фигню сделать. Ты ничего не слышал сейчас? Ну, крики были. Не, там дыхание какое-то, ладно. Нет, дыхание не слышал. Ах, блядь! Увидел так! Так, так, так. Ну, значит, другую комнату надо бежать. О, о, вентиляция. А так. Там тебя кто-то... Нет, нет, за ноги не хватай. Не хватай меня за ноги. Так, камера, камера. Мужика, мужика. Так, он не схватил, не схватило. Блин. Он стучится. Где-то вырывается. Он стучится, он стучится, он стучится. Нет, нет. Он, нет. Он вообще там. Ты куда бежишь? Блин. Что? Это скрипт, наверное. Или это убили тебя? Это скрипт или убили тебя? Скорее всего. Я не знаю. Это скрипт. Что? Так и должно было быть. Наверное. Что? А я думал, это бензопила, блин. А, бензопила. Трубаки! Что за херня? Что за херня? Ребята. Ой. Свет. Мать его, свет. Бра! Так, 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 так. Так.
Тут резкие что... выпады есть? Да. Скримеры есть. Вот теперь я слышу, что... Вон он! Вот и что нам делать? Что нам делать? Ну, он сейчас будет спускаться. Что нам делать? Что мне делать? Прячься. Куда? Ты не спрячешься. Он находит тебя. А, в темноте он видит? Нет, он ударил. Он видит немного в темноте. Бежим. Блин, я не помню, насколько он хорошо бегает. Ну, ты плохо проходишь через стены. Голый мужик. Мы бежим по кругу. Мы нравимся друг другу. Блять, забегай, беги. А его там нет вообще. Идем. И пропал. А, нет. Ты мирный? Ну, по крайней мере, не убивающий. Так у меня камера разрядилась. Сучка. Пошел нахер, ублюдок. А игра становится страховее. Может, ты все-таки движение камерой быстрее сделаешь? Да не надо. Я не хочу так. Вон там какие-то чуваки, тюрьма. Это психушка. Вот кого-то они уже убили. Это психушка. Нет, не надо. Он за тобой идет? Да. Я не знаю. Да. Ты мой друг? Так. Шелковист. Ты такой нежный шелковист. Может, не стоит задом поворачиваться? Подняться сможешь? Наверное, тут паркур как бы есть небольшой. Сестра. Так. А он поднимается? Нет, но он ходит. Вот эта штука! Так, как его убить? Так, правый. Так. Что ты нажал? Я на крестовину нажал. Так. О, ты со Спарта! Это психушка. Нормально. Так. Надеюсь, тут уже клип закончился с толстяком, он за мной не будет там бежать? Никак? Не, я думаю, уже закончился. Сейчас еще это тебя будет лапать. Ты думаешь? Но рука пролезет. Нет. Не, он хороший. Нет. В отличие от всех остальных, кто ходит. Так. Так, паркур. Такое ощущение, что мы по кругу ходим. О, документ. Ну что ж, это... О, он живой. Ну, он прячется. Привет, парень. Давай документ бери. Парень, привет. Ты сейчас нарвешься. Потрогай меня. Чувак, все хорошо. У него кровавый след. Может, он тоже видел на тебе пиписьки? Я видел пиписьки, я много слишком... Чувак, я тоже видел. Это нормально, парень, не надо так. А, нет, не включай камеру. Давай. Встань. Репортер, не тупи. О. Записка. Нет, документы. Некролог, доктор, Вернике. О, много букв. В общем, кто хочет, может задопаузить, почитать, но не насладиться, мы. Да. Но. Да, у нас есть. Что? Скитлз. Скитлз. Никто из близких его не пережил. Круто. Да кто это вообще пережил? Угу. Туда наверх. Угу. Ну, может, нет? Может, не стоит? Ну, мы, по-моему, по кругу ходим. Ну, лифт. Ключ-карта. Где моя ключ-карта? Так он не активный, вообще написано. Да что ты пытаешься открыть? Наверх. Там зеленая кнопка была. А все так хорошо начиналось. Мы почти что... Да, мы бегали от толстяка. Не-не, я имею в виду в начале. Мы почти что включили генератор, который отключил псих, который нас уколол чем-то. Кстати, я до сих пор не знаю, что нам вколол тот псих. Там был... Ой. Тебя кто-то ударил сзади? Да. Куда он взялся? Не знаю. Я же сказал, тебе он будет лапать. Не лапай меня, тварь. Это слишком сомнительное. Да что с ними не так?
Что, блин, с ними не так? Они соскучились по любви. Так. Лезь в эту дырку. Лезь в эту дырку. Такая так. Симпатичная дырка, лезь в эту дырку. Я хочу вот сюда залезть и сидеть. Нехорошо, это моя камера. Это твоя дырка. Это моя дырка. Лезь сюда, видишь, какая-то. Это баба? Это баба. Не, это может мужик. Нет, скорее всего. Так не важно. Не, это так лучше, так не видно. Да. А, так вообще ничего не видно. А ну давай, может кто-то для здесь будет, ты полапаешь. А, нет. Что? Ну да, ты полапаешь еще тоже. Может кто лазит там мимо будет походить. Мимо решеток. Толстяк, например, а? Как там нет батареек? Там никого нет. Куда ты чувак видишь? Знаешь, я думаю, что нам туда. А там что дальше? Посмотри, что там дальше. Ничего. Ничего, ничего. Нет, там что-то мигало. Да, батарейка. Классно. У нас еще одна батарейка, и половины нет этой. Так, со мной никто не идет. Кстати, кто нас там вообще бил? Я не знаю. Он... То ли был, то ли он. А там пробей вообще уже больше? Что? Там дальше ничего не было? Нет, там закрыто. Ну, и зная игру, я могу положить, что там и не будет ничего. Так. Ты лагаешь, чувак. Знаю. Давайте сейчас на секунду прервемся. Заодно я себе скорость передвижения камеру поправлю. Вот тут прямо. Не переключайтесь. И мы продолжаем. Я немного исправил подвижность камеры. Теперь будет, наверное, получше. Ну-ка. И клан герой, не надо дышать. Все хорошо. Сам полез. Да пойдем. Вот сюда пойдем. Где нет ничего. Нет, туда не пойдем. Там страшно. А куда пойдем? Где больше крови? Да. Ибо ты думаешь, там меньше людей, потому что там больше крови? Повсюду царит слово «Вальридер». Так назывался эксперимент, который Мерков. Мерков есть водка такая. Мерков, не Мерков. Какая разница? Это психушка. Вальридер — это что? Читалка для Валя? Возможно. Есть такой «Даль» писатель, а это Валь. Нормально. Я бы списал это на шизофрению, но я же сам видел нечто. Да, да, там было в начале игры, на камерах мы видели, как некая хрень. Может, это типа Волан-де-Морт, местный Волан-де-Морт? Смотри, о! Ага! Чей это позвоночник? Так, так, так. Ты разряжаешься. Уже. Там. Чё он куда-то всё лезет? Так, я слышу гром. И знаешь, я хочу куда-то улезть подальше, ибо там наверняка придется скоро. А ты уверен, что где-то вот здесь не будет такого же? Где вот здесь? Нет. А вот там какие-то... О-о-о, и у тебя разряжается под... Перезарядить? Давай. Или... Сейчас прыгну. Так. Что-то мне нравится вот этот звук, который... Это какие-то извращенцы делали. Естественно, а ты думаешь, кто хорроры делает? Ну, блин, пугать людей. Это группа людей, которые... А кто их тестит, мне еще интересно. Все? Это все, что... Они сейчас вылезут, сейчас туда зайдешь, и будут... И тебя пойми. Найдите выход из канализации. Окей. А, там сохранение было, да, по-моему? Может быть. Так. Так. Светло. Батареек нет? Ну да, какие батареек? Это канализация. Мне когда... Кстати, видишь, тут есть ноги. Ух ты, ну, чтобы чувствовать персонажа. Мне нравится больше... Жив? Цел и орел. Каин, он жив? Без понятия. Дай проверю. Эй, чувак, ты жив? Это не детективное, он, это не детективное зрение Бэтмена, чтобы узнать, там жив человек, не жив. Ты доиграешься. Он сейчас проснется. Окей. Лучше смотреть хоррор, чем играть самому. О, полос прикольный. Где? А, сверху увеличиваем. Ну, какой-то странный. Не несет это нам добра. Мы по трубе еще ползем? Да, по трубе. По-моему, уже нет. Ну, в смысле, ты, по-моему... Можешь встать. И еще одну трубу. Кто-нибудь сзади может быть?
Криси? Пусть это будут крысы. Тебе мне не нравится этот? Самое оно почитать что-нибудь. Мы читаем Евангелие песка. О лечении. Позже сходимся бы сами почерка пациента отца Мартина Арчибольда. Это учёк, который у нас шприцами из Бершопа. Это Бог настоящий, как долго обманывались мы призраки духами безумием. Невежество наше было умышленно. И сам апостол Павел однажды был ослеплен. Пелена на его глазах была не страхом, но истинно видит лишь тот, кто смотрит за его пределы. Таков дар великий Вильридера. Евангелие песка. Нет греха страшнее, чем преднамеренно забыть Бога, получить его откровение и не передать его ждущей пастве. Это место перекрыть путь к спасению. Грех, за который любое наказание не будет слишком суровым. Ну ты почитаешь, блин, а? Fuck it. Пошли дальше. Что это? Это выход. Это пенис. Это самолет. Либо нам стоит туда лезть, либо не стоит. Ты что-нибудь из низа лезть? Я не хочу туда лезть сейчас. Ты хочешь туда лезть? Придется. О, видишь сохранение. Так что давайте на этом вот завершим эту серию. Всем понравилось! Мне понравилось! Мы рады, что мы заканчиваем, это круто было! Всем спасибо, кто меня смотрел, смешили с ним. После 50 просмотров на этом видео, я сделаю следующую серию, возможно, снова с этим же человеком. Возможно, нет. А возможно, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если смотрите это видео впервые, но вообще меня видите впервые. Комментируйте, пишите, что я плох. Я не буду материться, да. Ты не умеешь играть, да. Не вообще. И, в общем, пишите что-нибудь в комментарии. Я люблю читать ваши комментарии. И всем пока. Пишите, какой скитос ваш любимый. Да, это очень важно. Красненький, зелененький, желтенький. Фиолетовенький. Коричненький. И... Не, я имею в виду в упаковке. Всем пока. Адьос.